Свое жилье под 8,9%. Хотите знать больше? Смотрите нас дальше. Компания «Новые клины» и Сбербанк России проводят совместную маркетинговую акцию. «Новый клин» дает зеленый свет всем, кто хочет жить в уютном и безопасном микрорайоне. Один из приоритетов компании – доступные цены на современное жилье, и в кризис остается таковым. С 10 апреля объявлена совместная акция с жилищным комплексом «Новый клин». Позволь себе жилье под 8,9% годовых. Для получения кредита клиент в первую очередь подает заявку и предоставляет стандартный пакет документов. Откуда цифры, вам подробно расскажут в Сбербанке или в офисе продаж «Нового клина». А пока коротко о главном. Благодаря скидке, которую предоставляет застройщик, переплата по ипотеке составляет всего 8,9%. «Новый клин» – не жилой комплекс, а целый микрорайон. Этот проект кажется еще более масштабным с крыши первого уже построенного дома. Рядом заливают фундамент второго. А всего их будет 10 монолитно-кирпичных домов переменной этажности. «Новый» значит «новый». «Новый» во всем. Мы используем теплую керамику, мы используем двухкамерные стеклопакеты, мы используем хорошие качественные лифты иностранного производства. Керамические блоки «Паратерм» от «Винерберген Кирпич», бетон от «Формастрой», одного из ведущих производителей строительных материалов Подмосковья, энергосберегающие окна от российского производителя «Софос». Застройщик тщательно относится к выбору партнеров. Мы здесь надолго. И, естественно, мы дорожим своей репутацией. И последовательно воплощает в жизнь свой проект. «Новый клин» будет городом в городе, с детским садом и школой, подземными паркингами и пешеходным бульваром. Реализацию проекта мы начали в 2013 году. Пока что у нас планы не изменились. И если проект не будет подвержен никаким корректировкам, то, в принципе, в эти же сроки мы пытаемся вложить. То есть это получается где-то 2018-2019 год. Перспективы определяют спрос. Квартиры в первом доме проданы почти полностью. Продажи во втором стартовали. К примеру, квартира-студия площадью 28 квадратных метров сегодня обойдется в 1 399 000 рублей. Можно приобрести ее или любую другую с беспроцентной рассрочкой до конца строительства. Или воспользоваться совместной акцией «Нового клина» со Сбербанком России «Позволь себе свое жилье под 8,9%» в рамках специальной программы кредитования «Ипотека с господдержкой». Ипотека с государственной поддержкой имеет ряд преимуществ. Клиент может получить кредит на срок до 30 лет. Максимальная сумма кредита 8 миллионов рублей с первоначальным взносом 20% от стоимости недвижимости. Юлия Бабылева, Александр Сидей, Андрей Волков. Новости дня.